вас поздравляем. Вы стали самой первой, кто правильно ответил на бонусный вопрос для зрителей. Вот ваш приз. Спасибо большое. Очень рада, что это именно книга. С удовольствием буду ее читать со всей семьей. Приз «Страны легенд» для Кристины Косминой из Ближнего хутора. Девушка правильно ответила на бонусный вопрос для зрителей. А в нем были и Петр Первый, и князь Долгорукий, и крестьянское восстание. Поговорка «Кондратий хватил» стала ключом к разгадке, а бунтовщик Булавин плюс быстрое сообщение в телеграм-канал «Страны легенд» принесли Кристине фирменную брошюру. Сейчас я нахожусь в декрете, чуть-чуть есть свободное время посмотреть телевизор, и вот с удовольствием включаю канал ваш и смотрю вашу передачу. Немножко в азарт входишь, потому что когда даешь правильный ответ, как бы у тебя так сразу эмоции захлестывают. С мужем, когда идет ваша передача, вместе собираемся, смотрим вместе, вместе думаем, размышляем, закидываем идеи друг другу. Муж смотрит абсолютно все передачи, все ваши выпуски. Книга по мотивам «Страны легенд» — то, что надо, говорит Кристина, составлена в виде игры. Можно классно провести вечер всей семьей, плюс что-то новое о Приднестровье узнать. Сын во втором классе, как бы, думаю, ему тоже будет интересно про историю почитать. Будет возможность, поучаствую, будем знать, ответ обязательно отправим. Будет правильный, будет очень хорошо. С удовольствием будем дальше участвовать. Следующая игра уже в эту субботу. Выяснять, кто сильнее, будут Тиратекс Энерго и ОНФ. Будет и новый бонусный вопрос для телезрителей. Хотите, как Кристина? Тогда будьте внимательны и присылайте свои ответы. Онлайн, прямо по ходу игры. А ведущие объяснят правила. Не пропустите «Страна легенд» в субботу 2 марта в 20:40. Сразу после специального разговора.